Крупное космическое явление ждут жители северного полушария Земли. Солнечное затмение увидят инмарцы. Уникальное астрономическое шоу продлится более 2 часов. При этом диск Солнца будет закрыт на 78%. Как безопасно наблюдать за необычным природным явлением, узнаете в следующем сюжете. В год на Земле может происходить от 2 до 5 солнечных затмений, из которых не более 2 полные или кольцеобразные. 20 марта нас ожидает полное затмение, но наблюдать его смогут только на Северном полюсе или архипелаге Шпицбергена. На Ринмаре солнечный диск закроется на 78%. Начало космического представления астрономы обещают в 12:30. Максимальной фазы оно достигнет в 13:32. С нетерпением затмения ждут во многих уголках земного шара. 78% примерно Луна закроет диск Солнца, что, ну, в общем, достаточно много. А последний раз солнечное затмение в наших краях было только 1 августа 2008 года. Так что для Петербурга явления эти нечастые. Но в ближайшие лет 10 вот такой большой фазы в Петербурге точно не будет. Наблюдать за редким природным явлением не так-то просто. Солнечные очки здесь не годятся. Необходимы специальные средства защиты для глаз. Идеально для этой цели подойдет сварочная маска или специальные светофильтры. В противном случае можно получить ожог сетчатки глаза. Для того, чтобы обезопасить жителей Поморья, архангельский астроном-любитель записал ролик о том, как в домашних условиях изготовить прибор для наблюдения космического шоу. Существует старинный способ изготовления защитных приборов из фотопленки. Но фотопленка должна быть черно-белая, причем настоящая черно-белая фотопленка. Та фотопленка, которая сейчас продается под видом черно-белой, это чаще всего цветная монохромная пленка. В старой пленке содержится серебро. Для изготовления специального прибора нужно ее засветить, а потом проявить, чтобы эмульсия стала прозрачной. А дальше можно сделать подобие очков, где вместо стекол будет 2 слоя черно-белой фотопленки. Ну а если специальный прибор собирать некогда или под рукой нет необходимой фотопленки, можно закоптить стекло над пламенем свечи. А если небо в этот день будет затянуто плотной пеленой облаков, увидеть затмение жители нашего региона смогут только на просторах сети интернет. Алена Валей, телеканал «Север».